Всем привет, дорогие мои, с вами Клонова Аня и пустышки, часть вторая. Ну, как обычно, начнем с того, что часто в моих пустышках я буду мельком. Итак, это значит у нас кремчик такой, очень классный, называется малофтелин. Это кладезь от всего, и можно просто так его наносить для молодости, можно какое-то воспаление снимать, в общем, очень-очень классный крем. Артикул 709-12 подходит, просто даже насморком мажут нос, внутри носа, да, то есть очень классная штука. Дальше, конечно же, у нас прокладки. Женские дни у девочек были. Да, наши прокладки не сравнятся ни с чем, это я утверждаю. 112-89, они просто шикарные, дневные. И ночные, дневных 10 штук, ночных 7 штук, 112-95. Обе идут с неоновым чипом, который предотвращает воспаление. Так как раз во всю эту сырость воспаления и могут произойти, но их не бывает. Так, салфетки 2607, салфетки от пятен, наш семейный must-have, 30-552, очень классные салфетки. Масочки Green Karma 0045, влажные универсальные чистящие салфетки, 30-550, мой фаворит, кто меня смотрит, все, наверное, 8 лет, это мой фаворит. Дальше, салфетки для экранов и мониторов, 302-49, очень хорошо чистят, мне безумно нравится. Детские влажные салфетки, которых сейчас на данный момент, к сожалению, нет на сайте, не знаю почему. Очень хорошо мне понравился крем для лица и шеи, круговая пластика, артикул 1078, ну я прям вообще дорасходовала, можно сказать, до конца. Единственное, у него недостаток, многовато, если нанесем, то он начинает скатываться, но если тонким слоем, как первый слой, его, во-первых, надолго хватает, во-вторых, он действительно работает, рекомендую. И причем он подходит под любой крем, абсолютно под любой. Дальше, это новинка в моих пустышках, абсолютная, крем уход для интимных зон. Очень классно после бритья, очень классно просто так, артикул 2887. Но действие мне, конечно, у него понравилось. Мне не понравился запах. Ужасно не понравился запах. Вот этот вот вишневый, кисленький такой, не очень приятный. Конечно, не мое. Запах такой, что нет, больше не возьму, потому что как-то, не знаю, ягодами веет из одного места. Как-то, извините, конечно, за пошлость, но мне не понравилось. Дальше, универсальный крем с аргинином 12,79. Колени, ушибы, локти, все что угодно. Очень хорошо им смазывать. Дальше, крем для чувствительной кожи рук. Стоял у нас на кухне и закончился. Артикул 0,5,96. Вы знаете, крем как крем. Честно-то сказать, ничего такого прям супер особенного нету. Прямо чтобы уж вообще, прямо чтобы он был прям каким-то там крутым раскрутым. Обычный такой классный крем, ухаживает за руками, ручки мягкие, хорошенькие. У нас в принципе все кремы очень классные. Мезоботокс, крем-концентрат для лица. Артикул 7880. Это альтернатива процедуре мезоботокса. Крем-концентрат деликатно воздействует на кожу. Ну, могу сказать, что он мне очень понравился. Супер, классно. Особенно, когда можно обойтись без уколов. Ни разу еще ничего не кололось себе. Да-да-да, да-да-да. Так, дальше. Ужасно не понравился. К сожалению, выкидываю практически полный. Это дезодорант. Артикул 2680. Вот вы знаете, он идет с овсяным молочком и молочными протеинами. Он, по идее, классный. Работает великолепно. Но когда у тебя из-под мышек пахнет хлебом, это неприятно. Я не понимаю. Мне невкусно, мне не нравится. Поэтому не помню даже, откуда он у меня появился. Может быть, я нечаянно тыкнула. Может быть, у меня кто-то заказал или еще что-то. Но второй раз я его выкидываю. Не могу. Запах очень неприятный, честно скажу. Отлично для меня. А вот этот дезодорант у меня закончился. Вот с превеликим удовольствием заказала бы еще. Если бы у меня после VIP-новинок не остались дезодоранты-спреи. Обалденный, классный. Артикул 2591. Такой легкий аромат. Ну, можно так сказать, какого-то, может, чая зеленого. Ну, какой-то вот, знаете, зелени. Легкий, хороший, клевый аромат. Причем мне нравится, что его можно наоборот ставить, когда он уже заканчивается. И можно дорасходовать до конца, до самого. Так, Signum One гель. То есть в дороге сколько-то расходовали, потом приехали. Тут чуть-чуть у Вики, тут чуть-чуть, там чуть-чуть. Тоже все расходовали. Вот это еще старая упаковка. Тут написано, да, еще, чем он может нам пригодиться. На самом деле, ребята, я его измазала один флакон. Да, один флакон за 4000 буквально за неделю. Что случилось? Случилось невероятно. Меня продуло под кондиционером и мне застреляло в почки. Мало того, я протерпела 5 дней и не
ходила к врачу, потому что ко мне приехали гости, я терпела и не терпела пиелонефрит. У меня температура поднялась, первый день 41, второй день 41, я уже пришлось, да, пить запрещенные вещества в виде антибиотиков, потому что я даже не знала, что я буду их пить. И были ужасные просто боли в почках, походишь, каждый шаг отдает и так далее. И вот 5-6 раз в день вот этим 158-15 сигнумом я смазывала область почек. Потом я почитала, что от пиелонефрита вообще люди лечатся 1,5 месяца, 2 месяца, лежат в больницах и так далее. У меня основное воспаление прошло за 4 дня, и я думаю, что он тут в этом очень даже посодействовал, потому что это универсальный биорегулятор живой ткани на основе сигнальных пептидов. Не знаю, если там еще что-то, да. То есть такой вот гельчик. Я его толстым слоем наносила на все почки. То есть ложилась, мне муж намазывал, разносил, впитывалась, я укрывалась. И вот когда сильно-сильно болела, я намажу. Ребят, 10 минут у меня проходила стрельба в почках. У меня проходили боли. Вот эта вся пульсация именно с этого сигнума. И вот один я полностью измазала сама. Второй у меня стоял у дочки. Тоже уже, наверное, все. Да, тут уже точно ничего нет. Тоже как бы дочку мы мажем. У нее насморк начался, мы ей нос целиком намазали побольше. У нее там синяк какой-то сильный. Мы с аргинином перемешали пополам, намазали. Синяк тут же проходит, за 15 минут становится в 2 раза меньше. Синяк, понимаете? Это не шутка в деле, это очень крутая вещь. Даже хочется проверить, может быть, что-то осталось. В общем, кто еще не заказывал, кому кажется дорого, действительно, мне тоже казалось дорого. Но оно того стоит. Эта вещь просто необъяснимо шикарная. В общем, ни капли мимо. Да, стоит вроде бы 4000 рублей. И мой врач говорит, я выходила на сцену, у меня, говорит, пропал голос. Она немножко подпростыла, у нее кондиционер в машине подпростыла, ее продуло. И вы представляете, она говорит, я прям взяла на палец и смазала горло изнутри. И выступила великолепно. Ну вы представьте, просто представьте, какая это вещь универсальная от всего. А девчонки в чате пишут, что вылечили за 2 дня даже... Ой, как он называется-то? Сидеть-то когда больно... Точно, геморрой, совсем забыла. Вот, люди вылечивают за 2-3 дня, у кого посильнее, за неделю. Я в чате начиталась, думаю, божечки ты мой, конечно, я заказала. Псориаз у меня тоже практически на затылке прошел. Но это аутоиммунное заболевание, которое, как вам даже сказать, ну вообще порекомендовали 1-3 раза в день смазывать. Я это не делала. Каждый день, 3 раза в день надо смазывать там в течение 2-3 месяцев, чтобы псориаз прошел, потому что это изнутри идет аутоиммунка, и понятно, сколько снаружи не лечи, нужно БАДы, да. Вот, а у меня еще есть сильнейшая инсулинорезистентность и сахарный диабет, да, под вопросом. Но сахарный диабет, скорее всего, из-за викуски на нервной почве. Аутизм штука такая, знаете, серьезная, и, ну, в общем, ныть не буду, а просто хочу вам порекомендовать от души это средство, оно действительно меня спасало 100 раз от всего. Абсолютно от всего. У мужа вчера вскочила огромная простуда после бассейна на носу. Что вы думаете, он сделал? Он просто наносил на нос, ну, где-то каждые полчаса по маленькой капельке. Наносил. К вечеру у него эта простуда стала в 5 раз меньше. Обычно люди неделю с этой простудой мучаются. Понимаете, вот какая классная штука. Ну, конечно, если считать, что 3 баночки закончилось у нас, да, то есть это 12 тысяч рублей 3 баночки. 1 баночка 4, а 3703, что ли, или 4000 по нашей цене с 26% скидкой. Вот в чем суть-то. Дальше, значит, блокбастер, гель для бритья. А мужу понравился, но он сказал, что S8 элемент лучше. 2716. Гель для бритья. Мой новый фаворит в компании Faberlic. Бреешься действительно с превеликим удовольствием. Если раньше было сильнейшее раздражение, сейчас его практически нету. Как хорошо постоял, да, такой вот легонький гельчик, очень хороший, мне безумно нравится. Его можно так вот просто нанести и уже бриться, можно его распенить, и будет еще много пены. Ну, кто как, кому как удобно, запах тоже приятный, орхидейкой, может, чем-то таким. Ага, вот, так, дальше, мусс-крем для умывания с артикулом 1240. Умывала 7 раз, потом открыла второй точно такой же, очень нравится, мягкий, нежный, легкий, все такое прочее, но начала замечать, что на носу начало появляться черные точечки через месяц буквально его применения. Почему? Потому что он мусс-крем, он очень нежный, он поддерживает микробиом, восстанавливает защитные функции, натуральный пребиотик помогает вернуть здоровый баланс, иммунитет кожи,
да, то есть естественный для кожи 5. Мне кажется, что он просто слабоват, и, конечно же, я раньше раз в неделю обязательно скрабировалась, а тут не стала, и еще проболела, да, сильно очень, с жаром с таким проболела, я не могу сейчас на него сказать, что он слабоват 100%, потому что, а вдруг это болезнь, так вот мне дала эти черные точки в носу, у носа, да, на носу, вот, не знаю, в общем-то, такая вот штучка, он особо не пенится, то есть вы его наносите на лицо и потом просто водой смываете. Я люблю это делать в душе. Встала, голову помыла, волосы отжала по суше, маску нанесла для волос, и вот пока у меня есть эти 15 минут, я там лицо умываю, потом скрабирую, потом могу на лицо маску еще нанести, ну и все такое прочее. И не забывайте, что после маски для волос нужно обязательно капельку бальзама еще наносить на волосы, после того, как смоете маску, еще бальзам, и потом его смывать. Это очень важно. Так, дальше, детское мыло, каждый раз в пустышках, 23,56. Интимный гель 87-22, тоже каждый раз. Еще одно детское мыло 23-88. Так, это было. Так, вот это новинка, абсолютная новинка. Недавно вышла, закончилась. Ну, что могу сказать? Вкусно. 29-32. Очень вкусное мыло, хорошее, черничный капкейк. Такое, знаете, вот вроде бы ничего особенного, но очень даже вкусненько. Ручки было им приятно мыть. Так, еще одно мыльце. Грушевое парфе 29-35. Тоже вкуснятка еще та. Это обе новинки уже закончились. То есть я их открыла при вас на VIP-новинках, да, и вот... И обе ванны опустили, новое мыло уже туда поставили. Дальше, это мыло у нас на кухне стоит, 28-72, мыло с молочными протеинами и персиком. Очень понравилось средство против выпадения волос, рекомендую, 83-50. Мы сделали боты с девчонками нового и составляли, было по 6, по 5 человек в гостях дополнительно, помимо гостей из Челябинска, которые приехали пожить у меня на пару недель. И я вам могу сказать, что концентрат против выпадения волос, когда я выложила пустые баночки, хотела их начать снимать раньше на 2 дня, и как раз девчонки все пришли, мы у Кати в комнате сидели, составляли, они все сказали: вау, мы пробовали, такая штука классная, у нас столько заказов, на них столько регистраций. Действительно, концентрат против выпадения волос, он шикарно, просто наишикарнейше работает, поэтому пробуйте, кто хочет пышную шевелюру, обязательно пробуйте, это мега классно, мега круто вот такое вот иметь компании Faberlic, причем оно не очень-то и дорогое. Тут 6 ампул по 5 мл, и если первый раз, то нужно проделать интенсивный уход. Одна ампула ежедневно в течение 6 дней. Я начинаю втирать с макушки. Вот, очень понравилось, очень здорово. Дальше идет бальзам восстановления и уход. Артикул 8750. Нормальный, классный, вкусненький, среднестатистический бальзам. Мне нравится. Репейный бальзам, это тоже абсолютная новинка. Ни разу у меня его в пустышках не было. Во-первых, мне нравится вот этот сладко-свежий, нежный, еле уловимый аромат. Также в составе масла дикого репейника 2958 артикул. Это растение, которое славится своими целебными свойствами для волос. И масло, полученное из дикого репейника, укрепляет волосы. Действительно, такие рассыпчатые, классные волосы. Мне еще парикмахер делала, когда прическу, говорит: у тебя сегодня какие-то не такие волосы, они какие-то особенные, не другие, они стали лучше. Ну вот я первый раз попробовала этот бальзам. Также оно содержит максимум пользы для естественного преображения волос. Поэтому мне очень понравилось. Он действительно облегчает расчесывание, он оживляет пряди по всей длине. Да, 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 да. Шелковистость, мягкость, блеск придает. Все придает. Отлично просто. Но кудряшки, конечно, завьются с него. Он хорошо ухаживает, восстанавливает, и структура волосов вспоминает, что она вьется даже у обесцвеченных блондинок. Только представьте, насколько у нас с Катюшкой масок для волос закончилось. Ну, это вообще. Ну, поедем смотреть. Значит так, 2 одинаковые маски, клевер и гранат. Артикул 1271, они у меня, наверное, в каждом обзоре, я вам с ними надоела. Вот это очень тоже две достойные масочка. Лотос, восстанавливающая маска для всех типов волос. Артикул 7726. Понравилось? Очень понравилось. Так, лотос, что он вообще делает? Во-первых, он питает волосы, тут куча полезных микроэлементов, и маска называется восстанавливающая. Она сглаживает чешуйки волос и придает им силу и блеск. То есть вот так вот. Здорово. Запах, консистенция у нее тоже такие розовенькие, очень приятные. Пользоваться я одно удовольствие. Сейчас я нарощенные волосы сняла, мне одной маски на 3 раза начало хватать, потому что волосы по плечи. Свои волосы у меня очень густые, но тонкие, очень густые, тонкие.
Вот. Дальше с артиклом 2481 у нас с вами пудинг для волос. Тоже в каждых пустышках, уже стыдно показывать, как он мне нравится. Тоже хорошенькие такие волосы, ухоженные. Вот эта маска мне, наверное, нравится больше всех. Артикул 1890. Такая вот красота тоже. Она идет тоже с аминокислотами, питает за счет глубокого ухода. Вот, питает по всей длине, то есть это маска на всю, вот, ну да, кто-то говорит, сначала на корни маску наносим, бальзам на конец волос наносим, да, вот эти все инстанции. Нет, тут прям написано, питает волосы по всей длине, наполняет силой и блеском, действительно так, насыщает питательными веществами, укрепляет, да, действительно, тоже очень нравится, и причем тут одни ухаживающие компоненты, тут другие, тут третьи, я меняю, я постоянно меняю. Дальше, закончился у меня шикарное, расслабляющее крем-масло для душа, очень нравится. Артикул 2614 с запахом мелатонина. Мелатонин он тоже успокаивает. Лучше, конечно, не с утра им пользоваться, а на ночь. Но, честно, я вот от геля для душа с мелатонином прям, ну, я не вижу такого эффекта, что вот я там им помылась, и все, и у меня прям все круто, и я прям сразу ложусь в кровать, засыпаю. Нет, обычный гель для душа, на мой взгляд, просто очень хорошая после него приятная такая кожа. Очень нравится. Так, дальше. Гель для душа черничный капкейк. 2500 артикул. Не люблю, но дорасходовала. Почему не люблю? Потому что я люблю вот что-то такое свеженькое, пуртужур, еще что-то. Но смотрю, вот эти долго стоят, думаю, дай дорасходовала. С артикулом 1929 у нас пена для ванны апельсиновая меренга. Тоже очень вкусненько, на Викуську израсходовали. Так, дальше пена для ванны идет 25-29, тоже вкуснятина. Так, тут, смотрите, у меня оказался брак еле-еле, да, то есть, во-первых, не закрывалось, пришло. Но я решила никуда не переливать уже и просто вот так вот дорасходовала, открывала и закрывала. Кстати, очень вкусно грушевое парфе, мне понравилось как раз-таки 25-36. И вот такой брак я вообще никогда не помню. По-моему, это впервые так, что очень маленькая дырочка, он еле льется. Прям вообще ее тут нет практически, да. И он не защелкивается. Вроде как защелкивается, но тут же отпадывает. Ну, в общем, я оставила, наплевать, это мелочи. Можно и перелить в любой пустой флакончик. Ничего страшного в этом нет. Я считаю, что качество не пострадало. Пена для ванны, опять-таки, банана-мусс. Ой, господи, какой-то кошмар. Простите, простите. Так, это у нас шампунь для детей. Типа без слезок, все такое прочее. Но вот видите его цвет. Тут он такой желтый, непонятный, горький. Честно, я его уже израсходовала, когда была самая-самая жара. Я просто первый слой им. Он невкусно пахнет. Ну, просто жалко выкидывать. Я заплатила деньги, выкидывать жалко. Я знаю, что он хороший, натуральный, он крутой. И я просто его использовала как гель для душа для себя. Потому что Вика сказала нет, нет. И все. Викина нет, это значит нет 100%. И как бы и все. То есть шампунь без слезок для младенцев я использовала как гель для душа первый заход. А второй заход я пользовалась вот этим гелем для душа, получается. Ну, ни в какой она не стала им пользоваться. Так, шампунь и гель для душа с кислородным комплексом. Артикул 8421. Это муж с собой брал на тренировку. Он сейчас ходит в спортзал. Рад, что жара закончилась, ему легче стало. Очень нравится, когда от него исходит вот этот же запах Vin d'Aventures. Очень нравится, прям обожаю. Нашла старейший шампунь. Думаю, боже мой, что он стоит, надо измыть с аминокислотами, зимний, в общем-то, да. Ну, постоял бы пару месяцев, и правда, зимой бы я им мылась. Ну, вот, не знаю, есть ли такой вообще в наличии, но очень, кстати, понравился. Классный, 2 в 1, двойное питание с аминокислотами, очень даже достойный шампунь. Далее, оба-на... Слушайте, а у Кати теперь есть ли шампунь? Я думала, она один в пустышке сдала, она оба уже сдала, оба измыла. Так, с артикулом 1273, шампунь, глубокое очищение и увлажнение для жирных волос. Слушайте-ка, вот ведь, да, надо кликнуть 1273. Очень Катюшке нравится. Я, если честно, терпеть ненавижу запах облепихи. Ну, вот это мое окружение. Очень любит облепиху. А я прям не могу. У меня очень любит облепиху сестра. Причем она прилипает к дереву и ест постоянно эту облепиху у папы в деревне. А у меня очень любит облепиху няня у моей дочки. Очень любит облепиху сама дочь. Запах. Старшая дочь, да? В общем, они все сговорились против меня.
Очень классный шампунь, Катюшке понравился. Она говорит, просто наивеликолепнейший. Ну и что еще подкупает, это удобство использования. То есть до самой последней капли можно использовать, потому что он очень хорошо стоит. В тюбике удобный. Вот, например, видите, пена для ванны? Ну, вроде бы до конца вылили, но ее же наоборот очень сложно поставить, чтобы она не упала, чтобы не задели, да. Видите, оно как бы стекло же в итоге-то, да. То есть и вот получается не всегда до конца. Так, дальше. Это детская линейка Ума. Начали пользоваться ей, ну, как вы понимаете, буквально недавно. Это пена для ванны, которая меняет цвет. Артикул 2882. Ну, вот так у меня ребенок, у нее бывают бзики. И одну она полностью вылила в ванну. Ей понравились вот эти вот 85 этажей пены. Ее было не остановить. И вот буквально за 2 недели у нас ушло 3 штуки пены для ванны. Представляете? И я еще кликнула 10 штук. Скоро увидите это в обзоре. В общем, обалдеть не встать. Сейчас вы будете шокированы, но вот такое у нас происходит. Она действительно очень вкусно пахнет ананасиком. Артикул 2882. Она еще меняет цвет. Начинаете ее мочить, она из зеленой превращается в синюю. В общем, прикольная, вкусная, классная. 3+ идет, а не 0+. Ребенок доволен. Мама молчит и вздыхает. Бзик пройдет, может быть, и закончится такое. Дальше, значит, артикул 2824. Детский шампунь гель для душа 3 в одном. Тоже классно, тоже прикольно. Так, это у меня гаечка. Пол помыла. Да, манго, тоже приятный аромат. Знаете, никак не могу прям супер похвалить, потому что я уже привыкла, что Faberlic всегда все здорово, классно, без аллергии, качественно. И вроде бы что хвалить, когда продукт всегда очень хороший. Но однажды в отеле у нас закончился этот хороший продукт. И мы подумали, да мы пока ждем заказ, мы уже уедем, а ребенка надо мыть сегодня. И папа сходил и купил какой-то тоже детский гель для душа. И Викуська у нас стала подчесываться на следующий день. И мы решили, ну его нафиг, и мыли ее взрослым гелем для душа от Faberlic, и у нее все прошло. Вот так вот делайте выводы, господа. Вот такая у нас была ситуация буквально недавно в Калининграде. Дальше шампунь для активного питания волос с аминокислотами. Грубоватые же после него волосы. Ну, не забывайте, да, что я опереженная блондинка. Грубоватые волосы, артикул 8362. Такие, знаете, рассыпчатые, ухоженные, но грубоватые. Вот какие-то вот такие. И маски они как-то больше берут после этого шампуня. Больше маска впитывается, больше бальзама после маски тоже впитывается. Как-то вот, если бальзамчика чуть-чуть ты берешь, да, вот где-то вот так, то тут прям побольше взяла горошину, да, подольше подержала. Грубоватые кажутся. Но после того, как они высыхают, они такие прям блестящие, рассыпчатые, хорошие волосы. В общем, оригинальный шампунь нравится, но не знаю, возьму ли я еще, непонятно. Значит, очень понравился мне вот этот шампунь от Арису. Называется укрепляющий шампунь для всех типов волос. Ну, видите, мне волосы сняли, я перешла на маски, на укрепление, на все, быстрее, быстрее. Так, это укрепляющий шампунь для всех типов волос, называется Камелия. Артикул 7926, если есть, он вообще в наличии. Запах тоже очень нежный, приятный. Ставится наоборот тоже все очень удобно. Если есть в наличии, берите. Вот мне, как переженной блондинке, очень понравилось. Прям вообще. Этот тоже очень понравился шампунь. Но наоборот, его тяжело, конечно, ставить, но стоит. Тоже израсходовала до конца. Ну, тут не очень все ровно, но уже удобнее. Артикул 1894. Шампунь интенсивное укрепление. Ну, какой, да, поняли? Я очень разочаровалась в своей шевелюре, когда мне сняли нарощенные волосы. Прядей у меня было много, 40 чем-то, по-моему. И, конечно, то ли у меня действительно волос стало меньше, то ли мне кажется, что мало после того, как сняли, я так и не поняла. Тут как раз-таки идут церамиды, которые укрепляют структуру волос и кутикулы. Он такой белый, непрозрачный, белый такой классный шампунь, хорошо пенится, очень приятный аромат у него. И также биотехнологический комплекс, который эффективно укрепляет корни волос, заряжает волосы энергией, обеспечивает питание волосяных фолликул. В общем, я все-все-все для роста волос достала. И еще заказала. В общем, все шампуни отставила. И вот все для роста волос, для роста волос. Антон говорит, господи, говорит, наращивает, портит, снимает, лечит. Говорит, это что, говорит, у вас у женщин? Я говорю, мы все такие, успокойся. Шампунь гель для душа. У мужа очень много пошло. Еще гости у нас, конечно же. Поэтому вот столько. 13-12. Спортсмен. Очень классно. Но я сразу оговорюсь. Тут было 2 шампуня геля для душа. Он не моет голову этими шампунями. У него свой шампунь. Другой. Эксперт. Такой фиолетовой упаковочки. Сейчас он от эксперта. Ему нравится этот шампунь очень. Бады.
Ну что ж, побежим. А, вот, кстати, вот тут посадин сирин, но это не Фаберлик, это пью я, пьет Викуська. И вот сейчас вот этот PC100 есть в балансе нервной системы. Перейду на баланс нервной системы, потому что этот закончился. Тут было 120 капсул, он стоит 7 то 6 то 7 то 12 тысяч рублей, смотря как скачет доллар. Кто-то у меня спрашивал, его можно детям, пожалуйста, если ребенок плохо соображает, плохо там подготавливается к школе, по одной штучке в день, 120 дней, то есть полгода можно давать. Мой врач это прописал моей Вике. Действительно, результат я увидела уже через 2-3 месяца. Сейчас мы его пьем по 2 штучки в день. У Викуськи остался, мой вот уже закончился, потому что я свой начала по 2 штучки в день принимать. Штука очень классная. Да, это не Фаберлик, но подписчики просили, я не могу его не показать. Вот, пожалуйста, показываю вам. Фосфодин сирин сейчас есть в балансе нервной системы, но детям баланс нервной системы нельзя. Мне мой врач сказала, что там не очень-то такой для детей состав, тяжеловатый. И если давать по 1/4 капсуле, да, баланса нервной системы ребенку 10 лет, то фосфодин сирина PC100 вот этого, он недополучит очень сильно. Поэтому сказала, заказывайте отдельно еще раз. Вот мы еще раз заказали. Последний раз он дошел до 8600, и потом доллар подупал, и он стал 5800. И мы взяли 4 штуки ей за 5800, 5800 рублей. Дальше, значит, хлорелла спирулина пьет Викуська у нас. Мы пока не стали больше пить. Это, значит, водоросли, хлорелла и спирулина. Артикул 157-57. Очень хорошая штука. Мой врач говорит, что прям можно пожизненно на постоянной основе аутистам их давать. Почему? Потому что они абсолютно не едят никакую зелень. Вот сколько я ездила на интенсивы с мамочками, ну, блин, ни один аутист не будет тебе кушать укроп, петрушку. Для них это замаранная еда какой-то фигней. Они выбирают это все и не едят. Вот в чем прикол. А Вика, если у нас хотя бы там чуть-чуть огурчики, помидорчики, еще что-то кушает. Вот у нас было 12 детей на последнем интенсиве. Некоторые до такой степени тяжелые, что они, например, кроме макарон вообще ничего не едят. Вообще, вы представляете, с какой там дефицит. Ужас просто. Вот. И мы сейчас вот эту хлореллу спирулину пьем. И ту маму я тоже зарегистрировала. Я вижу, что у нее постоянно вот эта хлорелла спирулина в заказах фигурирует. Ну, очень приятно, да, что мама заботится, любит своего малыша. Дети, которые плохо и мало едят зелень, даже здоровые, они же тоже нуждаются в развитии, поэтому нужно обязательно давать. Дальше, муж у меня пропил, я говорю, Антох, ну давно открыто, давай уже просто так допьем. Он допил, а так как он ходит в спортзал, он очень уставал, и я ему взяла и это подсунула, как заботливая жена, потому что ему тяжело было, понимаете, он начал ходить через день. День он ходит в качалку, день он пешком по 40 минут туда-обратно ходит в качалку. Я вообще не представляю, мне жалко просто, он слишком интенсивно начал. Он, конечно, очень скинул. Он все сидит на коктейлях Wellness. Я его заставляю есть. Потом он выдумал качалку, бассейн. Плюс он еще и выдумал, вы только представьте, интервальное голодание. Я говорю, ты что вообще делаешь? Я ему омеги, D3, я ему силу напрописывала и мультивитаминов обязательно. Своему врачу позвонила, она говорит, кардио еще добавь, и Q10, сосудистое Q10 обязательно нужно пить, говорит, всем, кто занимается спортом. Я говорю, да ёпс тудей. В общем, и обязательно цинк и селен. Цинк у нас есть в компании, селен вот тоже мы на Вальбере заказываем. Так, Men's Multivitamins у нас ушел быстро, за месяц. Артикул 157.03. Вот, ну он на месяц рассчитан, тут 60 капсул, по 2 в день. Дальше, омега-3 кит с глицином. Это мы с мужем пополам выпили, потому что наш врач сказал, что ребенку нельзя крахмал, а тут в составе крахмал, поэтому детский мы больше заказывать не будем. 157.80 артикул. Так, секрет. Секреты Востока, это пью я по 2 в день за 40 минут до еды. Артикул 157.10. Очень классная штука, кстати, для улучшения мужского и женского гормонального фона. Прямо штука очень классная. Тут и черный тмин, и кистальхинди, и хельба. В общем, пейте обязательно, хотя бы 2-3 раза в год пропивайте сами для себя, для любимых. Пьются легко. Вот, никакой там изжоги, ничего нету. Очень хорошо себя зарекомендовал вот этот урокомплекс для женщин. Сейчас я вам скажу, артикул 156.92. Состав наивеликолепнейший. Моему врачу очень понравилось, но его нет в наличии. Когда он мне пригодился, его не было в наличии. И сколько-то там было, я его попила немножко. Она говорит, а зачем тебе, у тебя все в порядке, давай пей лучше поддержку печени. Я говорю, ну окей. Она говорит, после путешествий надо обязательно пропивать поддержку печени, потому что питаешься, чем попало, и кишечника. И потом, когда начался цистит, она говорит, давай возвращайся на него, пей. А как она мне сказала его пить? То есть не по той схеме, в которой компания Фаберлик дает, а я пила по той схеме, которую мне дала мой доктор, мой врач. И она мне дала 2 штуки за 40 минут до
завтрака пить и одну штуку за 40 минут до обеда пить. Обязательно, чтобы желудок был абсолютно голодный. Она говорит, тогда он будет действовать все 100% хорошо. Вот таким образом я его пропила, и он у меня закончился меньше, чем за месяц, потому что по 3 штуки в день, а тут всего 60 капсул. Ну что могу сказать? На второй день я почувствовала, что мне легче, проще, мне меньше больно ходить в туалет. Как бы я сначала к ней не обращалась, а когда я к ней обратилась, там уже пошла тяжелая артиллерия. А вот сейчас я его допила, пропила, как бы очень хорошо. Вот мне кажется, те, у кого просто там обычный хронический цистит, это замечательная штука, великолепная штука. Я его сейчас караулю, если есть такое слово в русском языке, да. Каждый день захожу на сайт с сотового, с компьютера, когда вот вспомню, захожу, и, к сожалению, его нет наличий. Но я буду надеяться, что он будет, и я возьму сразу 10 банок. Представляете, 10 банок возьму, правда. Артикул 156-92, очень крутой комплекс оказался, который и воспаление снимает, и женскую мочеполовую систему лечит. Прекрасный просто. И Лена похвалила очень состав, ну, врач мой, я имею в виду. Так, дигидрокверцетин 157-90, это тоже и мне, и Антошке. Так, иммуносистем суперкомплекс, это я пила, и Антошка тоже пил 156-78. Так, что тут еще? D3, как обычно, да? Так, D3, 157-77. Ну, D3 это классика, не нужны перерывы. По 4 штуки в день для взрослых, это обычная норма, 8000 международных единиц, просто пить их пожизненно. Дальше, омега-3 форте уже была, и гидрокверцетин. А, кальций К2, тоже очень важная вещь. 157-61 артикул. Так, куркумин, ну это я пила, потому что у меня воспаление, он очень хорошо воспаление снимает, 158-200. Так, омега-3, витамин С плюс цинк, 157-89. Так, кальций К2, витамин D3. Так, вот, гастропротектор, очень классная штука. Мне безумно понравилось его пить, потому что пошли неполадки, да, с антибиотиков пошли неполадки. Я говорю, что попить? Она говорит, пока ты их пьешь, пей гастропротектор. А потом перейдем на поддержку печени, поддержку кишечника, на про и пребиотики и вот этот пробиофул наш с вами новый. 158-28. Выпила по 2 штучки 2 раза в день, тоже за 40 минут до еды. То есть их не после еды пьют, за 40 минут до еды. Так, дигидрокверцетин, омега. Так, К2, D3, глюкозамен and омега-3. Честно сказать, выпила его просто потому, что надоело, что он стоит открытый, на сайте их нет. С одной банки я, конечно же, ничегошеньки не поняла. Пила по 1-3 раза в день после еды. Точно знаю, что они пьются после еды. Но так как я очень давно сижу на D3, на омеге, на К2 и так далее, нормальные БАДы. Да, как бы, если здоровье есть, то оно есть. Вот, и на сердце хорошо влияет, и так далее. Лисвит, артикул 157-76, убирает тягу к сладкому, но сладкого мне все равно хотелось. Все равно хотелось. И мой врач мне сказал, попей контроль сахара от компании Faberlic. Но я его закончила пить, потому что начала пить другие БАДы. Но сейчас вернусь и проверю, потому что я пропила всего 3 дня контроль сахара, потом заболела. И думаю, зачем мне, куда мне столько БАДов, и зачем мне сахар контролировать? Я даже обычную еду не хочу, да, и я не стала допивать контроль сахара. Good Flora. Это у нас поддержка микрофлоры кишечника. Очень классная штука. Лучше, чем очищение кишечника. Артикул 156-85. Вот эту вещь можно пить. Вот если вы не знаете, с чего начать, да, то есть Good Flora. Начните с нее, потому что книжка даже есть, да, «Мой великолепный кишечник», или как-то так она называется. Прочтите для себя или прослушайте в аудио. Очень крутая. И там в этой книжке говорится, что кишечник нами управляет. Почему управляет? Потому что это второй мозг, можно так выразиться. И если в нашем организме слишком много патогенной микрофлоры, то она будет нами управлять. И человек становится психованный, злой, раздражительный, вредный, там, ну, у кого как это все, да, дело проявляется. Кто-то, наоборот, нюня, там, плакса становится, да, то есть у кого чего, да, у кого как. Но когда кишечник здоров, то и улыбка на лице чаще. Это уже доказано, и про это даже книжки написаны. Поэтому 156-85, ребят, когда будет наличие, он разобран опять-таки, когда будет наличие, берите себе банки 3 каждому члену семьи. Ну, исключение дети, понятно, да, у меня дочка по одной в день их пропивала 2 месяца. Вот, и пить их можно 3 месяца.
Не один месяц, как мы с сайте Фаберлик написали, а 3 месяца я их пила. Слушайте, ну великолепно. Прям работать хочу. Меня работать тянет. Так, иммунная система, модулятор комплекса. Это я тоже пила в перемешку с тем комплексом 156-80, потому что заболела. Ударными дозами пила. Мне очень понравился эффект, ребята. Так, это цинк. У меня и Викуська цинк пьет, и Антошка, и Катюшка, и я. То есть, обратите внимание, да, 2 банки закончилось прямо. Так, дигидрокверцетин, их тут 30 штучек. Антону я назначила 2 штуки в день, поэтому ему вот этой банки 30 штук поделите на 2, ее на 15 дней всего лишь. Викуська у меня по одной в день опять начала пить, потому что ручки холодные, мне не нравятся холодные ручки-ножки, что-то опять с кровообращением у нас. Я могу пить тоже по 2 в день. Потому что я болею, я тоже пью по 2 в день. И вот у нас кончилась просто куча банок, и я их все сюда не стала выставлять, я убавила. Почему? Потому что многие пишут: ой, куда вам столько там, вы столько не выпиваете, да не врите. Я не стала просто сейчас все выставлять, я просто треть банок отсюда убрала, вам скажу честно. Вот, потому что надоело, что меня ругают. Артикул 157.32 ньютоник, это себе для мозгов. Вот когда поболеешь, простите, но такое чувство, что безмозглым становишься. Башка хуже соображает. Я его допила, у меня оставалась половинка. Тут их немного, по-моему, штучек. 30 дрожжей, вот у меня оставалось штучек 15. Я по 2 в день выпила и все, 157.32. Вот, дальше, коэнзим Q10. Очень классная штука, нет на складе. Караулю, к сожалению, только так. Не повезло, нету на складе. Артикул 157.20. До того, как начать болеть, я пропила эндокринную систему месяц. Помните, да, я вам рассказывала в своих обзорах, кто меня давно смотрит. Господи, столько от нее энергии, столько инсайтов, столько всего. И мой врач сказал, что это очень плохо. Почему? Потому что, значит, говорит, эндокринная система, щитовидка, значит, у тебя уже страдает очень сильно, раз тебе так хорошо с этого БАДа. И сказала мне продолжать его пить. Говорит, пей хотя бы 3 месяца его. Потом, говорит, посмотрим. Что вы думаете? Его не было в наличии. Я успела урвать 10 банок. Слава богу, думаю, поставлю, да, потому что подружки у меня очень просят эндокринную систему, 156-82, особенно после выступления на форуме Wellness Севды Басовой, которая скинула 20 килограмм просто на этой эндокринной системе, и после того, как я почувствовала результат на себе, на любимой, что вот я прыгаю, скачу до потолка, ну, сейчас не скачу пока еще, потому что почки еще в норму не пришли, скакать больновато, честно скажу, но сидя работать, вот снимать обзорчики уже могу. Крутая вещь, просто крутая вещь. И у меня друг, хороший знакомый, по совету тоже Елены, моего доктора, пьет, ну, у него, в общем, очень много пациентов, он пьет тоже эндокринную систему, но мен, тоже, говорит, столько энергии, столько всего. Я уже промолчала, я не стала говорить, что это плохо, думаю, пусть радуется. Вот так вот. Так, еще один дигидрокверцетин, омега-3 Форте, Q10. Пока что вот этого вот Q10 нет на складе, мы перешли вот на этот Q10, значит, 157-23 артикул. Очень хорошее взаимозаменяющее, все хорошо, все отлично. Далее, магнезиум хелат обязательно всем семействам по 2 штуки на ночь. 158-01, Викуське 1 штуку на ночь, не по 2. Ну и что еще осталось? Это правильная приправа для сочной курочки, 161-31, 4 баночки кофе. Что-то мы как-то скромно, да? Не находите? Скромновато. 4 баночки кофе. Коралловый кальций. Положили уже там рядом, чтобы не забывать класть. 157-30 минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды. Любимый чай мужа постоянно заканчивается. Мне спросили: ой, вот вы 10 штук заказали, вы захламились. Вот уже 4 кончилось. Кто меня там ругал, я не понимаю, почему надо отчитываться за свои заказы. 157-15. У вас такое бывает? Вот кто-нибудь снимал обзор, вас кто-нибудь ругал за то, что вы заказываете продукцию Фаберлик? Меня что-то постоянно ругает. Травяной сбор, чистота и легкость теля. Он мне пригодился для того, что когда человек начинает болеть, неважно, взрослый или ребенок, в первую очередь ему нужно навести порядок в кишечнике, чтобы сделать выброс всего, что в кишечнике застоялось. И он может или не разболеться, или болеть, но очень мало. Поэтому кишечник нужно дня 3-4 почищать, чем я и занялась, когда мне шибанула 39 температура. Артикул 157-71. Может быть, поэтому за 4 дня я и встала на ноги. О, кстати, состав. Просто безумно классный состав. Поставьте на паузу, почитайте. Великолепный. Дальше. Псилиум. Шелуха подорожника. Мы на нем печем. Печем в больших количествах. Артикул 157-64. Я потом, девочки, попрошу рецепт и прикреплю его. Я помню, что вы просили рецепт. Я его куда-то задевала. Я попрошу своей хозяюшки по дому рецепт. Обязательно вам выставлю. Обалденные, хорошие булочки. Так, это муженька у меня допил 156-50. Свой любимый коллагеновый коктейль.
коктейль, который идет со вкусом, господи, как он, ванильный. И кетчуп классический, не знаю, есть он сейчас в наличии или нет, артикул, очень нам нравится, 160-50, ну и пару чаев закончилось, их уже в наличии нет, мы уже просто вот сусеки скребем, да? Да, 160-14, все, пару коробочек ушло еще чая, очень плохо, что Фаберлик не стало чая, хотелось бы. Ну все, мои дорогие, обзор часть вторая окончена, спасибо вам за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, буду рада, что вы меня смотрите, буду рада с вами дружить.